Совсем недавно компания JustFog анонсировала свой новый девайс, который является прямым продолжением легендарного мини-фита. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про плюсы мини-фит S. Ну и про минусы я также не забуду. Пользуюсь я им уже месяц и могу смело рассказать про все его отрицательные и положительные стороны. Начну я, конечно же, с габаритов и эргономики. Девайс остается все таким же маленьким, как и его старший брат. Весит немного, а высота не превышает 8 сантиметров. Дизайн изменили и, как по мне, в лучшую сторону. Все-таки прямые линии в руке ощущаются гораздо приятнее. Ну и при использовании у вас не создается никакого дискомфорта. Вы можете закинуть этот девайс в карман даже самых узких штанов и при этом не ощущать его. Вторым плюсом стоит выделить его функционал. Устройство оснащено кнопкой, но она как бы является продолжением корпуса и никаким образом не выбивается и не мешает. Конечно же, кнопка не люфтит и обладает моментальным срабатыванием. Кстати, напряжение на картридж может подаваться и при помощи затяжки. В плане картриджа хочется сказать следующее. Во-первых, он чудесно передает вкус для такого малыша. Во-вторых, в нем хорошо чувствуется никотин. Ну и в-третьих, это его живучесть. Я использовал данный девайс как основной, и Гарик почувствовал спустя 2,5 недели парения, что, несомненно, является отличным результатом. Объем у него стандартный, так что про него говорить не буду, а вот к заправке у меня двоякие чувства. Во-первых, у него два отверстия, так что во время заправки у вас не будет создаваться внутри картриджа вакуума и лишнего давления. Но хотелось бы, чтобы диаметр тех дырочек был чуть больше. Ну и после каждой заправки лучше всего протереть картридж в нижней его части. Но еще хотелось бы сказать, что теперь картридж крепится к корпусу мода при помощи магнитов, так что ничего не будет люфтить и шататься. Следующим моментом является аккумулятор устройства. Да, он слегка вырос по сравнению с прошлой моделью, и его объем составляет 420 мАч. Но будем честны, при активном парении на целый день его не хватит. Но тут сразу же появляется плюс. Зарядка от 0 до 100% занимает не более 30 минут. Лично у меня этот девайс ни разу не разрядился в самый неподходящий момент. Ну и следующий плюс – это затяжка. Она прям идеальная. Да, отрегулировать у вас ее не получится, но с большего этого и не нужно. Она здесь прям хорошая, вот как надо, настоящая сигаретная затяжка. Я надеюсь, что данное видео поможет вам решиться или наоборот не решиться на приобретение данного девайса. А с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи в следующих видео.